Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Дорогие братья и сестры, читцы, здесь платно или нет? Да, платно. Берут деньги за это. Мы ездили тут к одному читцу, альхамдулиллах. Он нас читал не более 3 минут. За это он брал у нас 1000 рублей почти. 50 реал получается на русском 1000 рублей. Почти. Плюс-минус. И 3 минуты, не более. А у нас, альхамдулиллах, да, я и другие братья читают часами, там бывает то, что я иногда бывает то, что 1.5-2 часа читаю, там брат еще недоволен, столько, все, больше не будешь читать, так мало, говорит. 2 часа, 1.5 часа читаю, говорит, мало. Здесь меня принимали, ну, за деньги, 3 минуты читали. А Кали Курди ездили, многие его знают на YouTube-канале, он нам читал только «Ида Аджа Анасуруллах и Мальфатх», все, больше ничего не читал. Он к нему, если еще попросишь, чтобы он тебе назначал лекарство, он просит у вас 300 реал. Это получается, что почти что 7-6 тысяч рублей. Когда у нас чицы бесплатно читаем, кто недовольный, с таким рожем, наузумилля, смотрят на нас и уходят недовольны, как будто мы им должны. Чем я больше иду к чицам, больше всего понимаю то, что меня вообще не оценивают, альхамдулилля, во всем. Но после этого я тоже начну по-другому с ним относиться, по-другому буду отреагировать. Тоже не более 7-10 минут буду читать, как я не буду читать. И тогда они будут оценивать, иншаллах, лекаров. Поэтому сначала сделаем дуа, чтобы никто не заболел. Никто не нуждался ни в чем. Альхамдулиллах. Но слишком мало читают. 3 минуты. Есть некоторые джинны Фреда, то что они не просыпаются за 5-7 минут, на 10 минут. Иногда бывает, что час читаю, потом просыпаются. Иногда за 3 минуты, за 5-10 минут выходят. Ну, разным бывает, то что лекары разных больных бывают. Поэтому лекары, оценивайте себя, и больных тоже оцените их. Я просто это от чистого сердца говорю, потому что я знаю то, что каково это. Я сам от этого страдаю, поэтому я езжу по городам, я езжу по всему, грубо говоря, миру, ищу где-то лекарь хороший, иду к нему, чтобы они почитали. Но я им сказал то, что я вот приехал, я занимаюсь этим, хотя бы принимали чуть подольше. Ну, 5-10 минут хотя бы прочитали бы. Даже меньше 3 минут читали, субханаллах. Это обидно и жалко то, что ты столько путь тратил, добрался до них, и сколько же обратно в путь идти. Обидно очень. Ну, в общем, альхамдулилля, результат то, что джин не проснулся и не дал никакой реакции. За 3 минуты какие реакции бывают? Обидно, жалко. В общем, ну, в общем, иншаллах, хайр. После аша еще едем к другому чицу, чтобы нас принимали. Фи аманилля, братья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.